А вот в этом уголочке люди, целая группа людей сидят и рисуют картины. У них такой урок рисования акварельными красками. Видите, вот тут вот им дали задание, и они сидят и рисуют. Кто как, у кого какая получилась картинка. Очень даже и неплохо. Я бы тоже пристроилась бы к ним. Это какие-то такие пожилые люди, которые вот так отдыхают. Может быть, у них какой-то лагерь такой для пожилых людей, я не знаю. Короче, вот такие дела. Видите, они все сидят, им акварельные краски выдали одинаковые. И они рисуют. И у них есть, наверное, учитель, который им подсказывает, как, что и делать. Так вот. А мы с Лорой сегодня гуляем, вы об этом знаете. Весело, весело, мы с тобой гребем. Вон туда, Лорочка, ты сними вот еще там. Да, да. Туда, да. Вернее, мы пойдем с тобой в море вот туда, в высотном здании. Слушай, я не гребла никогда, я первый раз в жизни. Дедушки-то нету. Дедушки-то нету, приходится бабушке грести. Ой, замечательно. Слушай, я уже умею. Видишь, я научилась. Мы уже далеко уплыли. Вот здесь хорошо, правда? Ой, замечательно, здесь лодок поменьше. Долгий свей повернуть. За нами парень гребет, он быстро хочет очень, а я его не пускаю. Да. Я сейчас, смотри, скорость набираю. Раз. Два. Три. Алло. Так, я что-то не соображу. Мне наоборот надо. Так, куда мы с тобой? Ой, Лора. Так, я не соображу, куда мне надо грести. Нет, вот так, вот это мне надо грести. Да. Сейчас решили плыть задом наперед. Да. Мне так, я вижу, куда я плыву. Тупым концом мы плывем вперед. А что-то тут скопище такое. Вот сейчас мы объедем их все. Многие плывут задом наперед, и мы решили тоже, да, Лорочка? Да, 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 да. В общем, в тот край сплаваем. Что? Ой, а смотри, там еще мост впереди. Мы под мостом можем, может быть, проплыть. Или там мост какой-то? Да, наверное, дальше мост. Давай туда, да, рванем? Ага, туда рванем. Ой, как хорошо-то. Лорочка взяла управление в свои руки, моя хорошая. Я отдыхаю, а она очень хорошо получается. Спасибо. Да, замечательно. У бабушки ножки и ручки устали. Очень красиво у тебя получается, да. Вот мы сейчас вон туда пойдем. Знаешь, я заметила, Лор, что вот китайцы и корейцы, они очень такие вот, у них как соревнования. Они вот очень любят хорошо грести. Они очень любят быстро грести. А мы так хорошо медленно, да? Здорово. А вот эти все ребята очень гребут очень быстро. О, смотри, какая черепашка. Вот это да. Она как на солнышке греет. Да, черепаха.
Оно настоящее, Лора? Да, 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 да. Ой. Что, оно так вот может сидеть, не поднимая голову? Да, да, да. Боже, как она часами так может сидеть, да? Она даже не реагирует. Нет. Нет, она дышит, смотри. Она носом... Ой, сейчас я мне увижу. Она к нам повернула. Она головой крутит, да? Да. Смотри, смотри, смотри. Ой, 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 ой. Она испугалась, я ее испугалась. Ой, ой, опа. Опа. Она спасаться пошла. Да, ой. Ее испугалась. Хватит. О, смотри, смотри. Ой. Погрелась на солнце. Ой, вот, 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 вот. Смотри, там гусь какой большой в кустах. Вот там в кустах. Да? Здорово. Может, обратно потихоньку? А, нет. Давай здесь. Ой, муа-муа-муа. Красиво. Все грудь. Это гуси. Да. Гусь. Смотри, черепаха опять плывет к камню. О, да. Видишь, она на камень плывет. Ой, 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 ой. Ей хочется на камне посидеть, ей не хочется плавать. Она лентяйка. Я. Шизлизи. Шизлизи. Ой, как красивые облака. А, облака красивые, правда. Белые, чистые. Небо голубое-голубое. Да, 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 да. День замечательный, да, Лорочка? Да. Ой, красиво. Ой, хороший, ты меня снимаешь. Ты единственная, кто меня снимает. Да. Сейчас я вот этих вот уйду, они у меня так уйдут. Окей. Чизбургер, да. А ты в салфеточку возьми, Лор. Ладно. Вообще мы руки санитайзером сделали, да? У нас руки чистые, но все равно надо это. Мы купили френч фрайс сегодня на перекус. Вот такой салатик с разными вот этими ренчами. Вот, и еще один у нас есть чизбургер, но я что-то его не очень хочу, а Лора-то хочет. Вот, вот это вот у нас еда, а с собой напитки у нас есть. Обошлась. $21, I think. Yeah? Да. Да. Okay. And 50 cents. And 50 cents, она запомнила. Вот тут такая кафешка в Центральном парке на улице. Вот. Очень даже неплохо. Птички поют. Вот так вот. Цветочки цветут. Very nice. Очень весело. Очень весело. Окей. Пока. Пока. Ай-ай. Лорочка так разговаривает с птичками, хорошо. Бебечка. По-русски говорит бебечка. Ну, тебе тут нравится. С птичками вместе кушаешь, да, Лор? Да. Очень нравится. Наши соседи ушли. А вон там пиво пьют люди. Но мы пиво не будем пить.
Вот. Мы перекусили вот в этом месте, в таком маленьком ресторанчике, под открытым небом, покормили птичек, да, картошкой фри. И дальше теперь пойдем и будем дальше птичек кормить еще, да, Лорочка? Да. Ну, пойдем дальше с тобой, к озеру пойдем, да? Прелесть, она так любит птичек этих всяких. Окей, птички, они тебя тоже любят. Пойдем.